народом слава Господу Иисусу Христу. Сейчас наше служение будет продолжаться, у нас служение жертвоприношения, скажем так, жертвование десятины, да? Мы как, с каким сердцем мы приносим эти пожертвования? Да? Пожертвование это что вообще? Это безвозмездный дар, дар Господу. Да? Ну, так задуматься, Господу нужны наши деньги. Нет. У него все серебро и золото. Да? Ему нужны наши сердца. С каким сердцем мы приносим это пожертвование? Да? Ну и десятины. Десятинами, конечно, мы чтим Господа Бога от начала своих прибытков. И хочу вам зачитать 31 глава, 2 книга летописи, ну, паралипоменон, выговорил, слава Богу. Это 10 стих. Это когда царь Езекия, да, открыл ворота храма, установил там все, да, и поставил туда священников, левитов, да, ну а чем питаться, да? И он, ну как этот, указ издал, да, то, что люди приносили туда приношение, пожертвование, да? И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношение в дом Господне, мы ели досыта, и много осталось, потому что Господь благословил народ свой, из оставшегося составилось такое множество». Когда люди начали приносить приношения в дом Господа, Господь начал во всем благословлять свой народ. Но тогда они делали по указу, по указанию царя Езекии, да? А мы живем не под законом, мы живем по милости и благодати Божьей. И Он смотрит в наши сердца. И если мы пожертвования приносим, приносим эти десятины от всего сердца, с любящим сердцем, да? Надо, конечно, быть уверенным, то, что Он благословит нас с избытком и во всем. Сейчас будут сестры петь песнопения, славить Господа, будем славословить Господа. И в это время будем собирать пожертвования и десятины. Слава Господу!